Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Многие мои зрители, мои друзья, просят показать, где растет поблизости от села Терлян кипрей, иван-чай. Вот сейчас мы поедем, и я покажу. Прям недалеко от Терляна, где растет кипрей. Вот дорога, она ведет на верхнюю Оршу. Снимаю от Бельского моста. И вот сейчас мы поедем влево. Вот за этой остановкой дорожка идет влево. И мы по ней поедем. Оставайтесь со мною. Прокатимся. Посмотрите, где растет кипрей. Едем. Вот, друзья мои. Мои зрители, отъехали мы от центральной дороги буквально метров 200-300. И вот, пожалуйста, заросли кипрея. Он уже цветет. Вот покажу сейчас вам наш Терлян для ориентировки, кто поедет. Такая вот у нас красота, утро. Вот кони пасутся. Ну, мы поедем дальше. Проедем, покажу вам шикарную поляну с кипреем. Вот вдали наш Терлян. Отъехал я от него километра на 2,5-3. И вот здесь вот поле. Оно называется Рудное. И много я вижу зарослей кипрея. Но мы прокатимся подальше. Просто полюбуемся нашей панорамой. Утро, но жарко. Вот видите, какая дымка. Птички, комарики. Вот такая вот, друзья мои, дорога. Она, конечно, сухая, но колеи, рытвины. И сразу говорю, что проехать сюда можно только или на внедорожнике, или на кроссовере. Мы почти приехали. Вот здесь протекает ключ. Рудный ключ по карте. Но мы местные называем его Барский. И вот сейчас нам проехать справа. Здесь будет сворот налево. Это на Миндяк. А мы немножко вот через ключ проедем. И вон там вдали уже видно поляночка. В общем, до нее осталось метров 100. Вот он ключ Рудный, он же Барский. Берет начало он на хребте Уралтау. И вот и впадает он в реку Белая. Вот все мои друзья, мои земляки, говорят, ключ переезжает всю питомника. Ну, идемте на полянку. Ну вот, мы приехали. Вот такая вот поляна. Но здесь все-таки поляна находится в лесу. И он только-только начинает. А все вот
вся вот эта поляна, она в Кипрее. Ну, походим, полюбуемся. Посмотрите, какое разнотравие. Красота. Запах такой. Вот трава цветет. И прям такой медовый запах. Мы подойдем к Кипрею. Ну, полюбуемся цветущим кипреем. Прям вообще чудесно. Нравится мне время, когда он цветет. Так выделяется на фоне зелени. Сколько бабочек разных летает. Прям вообще много. Красивые. Такие вот. Вон одну вижу большую. Ага. Вот. Вон она. Видите? Все вот эта редкая бабочка. Видна она. Вон она. Как тебя поймать? Вот ты. Вот она. Вот она. Я не знаю, как она называется. Может, Михион? Понаблюдаем за жизнью лесной. Полюбуемся этими бабочками. Вот их сколько разных. Украшение леса. Ну. Красота, конечно. Согласны со мной, друзья мои? Это просто чудесно. Быть в лесу. И наблюдать вот такую красоту. Ну, идемте, друзья мои, покажу вам еще одну полянку. С кипреем. Ну вот, мои друзья, мои зрители. Вот такая вот еще полянка. Кипреем. Красиво. Такие цветы желтенькие. Ну, спасибо, друзья мои, что были со мною. Прокатились мы
Показал я вам, где растет кипрей, терляна. Думаю, многим это будет интересно. Ну, всем пока. Всем мира и добра. С вами был Владимир. Пока-пока. Берегите себя и своих близких. Пока.